шепчет, шепчет прямо погода. Правда, шепчет что-то очень зловещее и страшное. Ну, вот такой он будет последний тур Амалига Центро этого сезона. Предыдущие туры мы все изнывали от жары и жаловались, как же сложно играть первым командам. Ну, а будем надеяться, что сверкать сегодня будут только футболисты. Дождь пройдет достаточно быстро. Нет, он усиливается. Снова взял небольшую паузу. Ну и момент был у Павла Фортуна. Уводят. Уводят арбитры с поля. Видимо, все-таки решили, что стихия не успокаивается. И это уже становится небезопасно для обеих команд, поэтому, возможно, сейчас будет какая-то пауза. На правом фланге открывается Карп. Теряет мяч Фортуна и 2 в 0 практически выходят игроки Стяо Малешт. Ну, здесь надо разыгрывать. Да, так и есть. И лучший бомбардир Стяо Малешт, Виктор Илья Бодрук, забивает мяч свой очередной за Стяо. Больше всех он забивал в этом сезоне. Продолжает он эту тенденцию. Ну, после такой передачи партнера. Штрафная площадка. Но все равно там Аларь. И первое касание. Все время за ним. Фортуна убирает здесь. Достаточно просто игрока Стяо. Второго убирает и пробил. И попал в крестовину. Заканчивается первый тайм со счетом 1-0. Стяо Малешт и единственный гол. После первого тайма Стяо выигрывает со счетом 1-0. Ну а пока троица имеет сразу же возможность сравнять счет. И это и происходит. После передачи Сергея Рабаджи мяч забивает Иван Сынку. И потребовалось 20 секунд второго тайма для того, чтобы троица сравняла счет. Не так, чтобы это было достаточно логично. Несмотря на то, что мяч продолжает быть мокрым, и газон тоже. Но уже хотя бы сверху ничего не мешает и не останавливает. Какой? Не гол, нет. Показывают арбитры, что мяч вылетел. Вышел из ворот Петр Кужбе. Троица снова через центр и снова получается. Кужбе очередной сейв. Удар штанга после выстрела Сергея Рабаджи. Ну прям сложно даже сейчас определить, у какой команды преимущество. Как будто бы у троицы они и забили очень быстрый гол и имели еще моменты. Ну, хорошо, что подстраховал здесь Карп. И все-таки отсутствие согласованности не сказалось. Ну, а вот здесь зато какая шикарная согласованность в атаке. Рабаджи на партнера, на Чебана. Удар в одно касание. И опять Кужба. Опять шикарно. В упор практически. 4 метра. Бодрук на Урсу, сам же получает, отыгрался в стеночку. Наверное, нужно уже бить. Да, лучшей ситуации уже не было, поэтому Бодрук все понял, все сделал. Но защитники все равно сыграли. Еще один удар Ушаков ногами. Приходится ему играть. И что здесь происходит? Все-таки вот это и свои ворота в первую очередь оставить в неприкосновенности. Здесь цепляли прям как будто бы на желтую, но продолжил играть в этом эпизоде Клаудио Казаку. И не зря это сделал. Просто выстрелил в дальнюю девятку, прошил ворота соперника. И к его же чести он не остановился. Хотя, ну, как по мне, это был момент на желтую карточку для соперника. Не начал выпрашивать штрафной удар. Цепляли его за футболку очень акцентированно. Пока даже наоборот, Стяо как будто бы ближе гола. А может быть сейчас и Сергей Рабаджи удар и гол. Опять же, очень быстро. И на словах про то, что не получается. Все у них получилось. Дмитрий Чебан вколачивает мяч с нескольких сантиметров перед чужими воротами. И опять гол сделал Сергей Рабаджи. Кужба, да, все-таки заканчивается время. Одна добавленная минута ровно прошла в руках у голкипера Стяо Малешти. Действительно должен быть еще и хороший удар. Он часто подключается. Вот сейчас ему даже никто не мешает. Итак, Дионисий Ушаков против голкипера Стяо. Один-ноль в пользу троицы. А кажется, это связано с тем, что голкипер Стяо сыграл за пределами штрафной площадки. Ну а сейчас Стяо не реализует свой момент, и счет остается
1-0. Карп у мяча против Кужбы. Карп опять выходит он за пределы. Но сейчас повезло, что не в него мяч попал. За пределами штрафной. Клаудио Казаку против Дениса Ушакова. Казаку решил финтами и совершенно спокойно сравнивает счет. 1-1. Сяо Малеш строится. И третьи попытки. Снова равенство. Как же команды. Сергей Рабаджи против Петра Кужба. Рабаджи на финтах подходит и отлично справляется. У него в этом сезоне были проблемы с реализацией. Первая попытка была в одном из первых туров, и Сергей Рабаджи тогда упал. Вы слышите си, но пока уже Стяо Малеш и их момент снова отлично обводят голкипера. И опять равенство. Василий Сула. Дмитрий Чебан и Кужба. Петр. Удар спокойный поворотом. Дмитрий Чебан снова выводит троицу вперед. И радость. Ну, это подкол Сергея Рабаджи, который также свой гол отпраздновал за кадром. А это уже попытка Стяо Малеш Тион Урсу. Каждый здесь удар решающий. И этот удар решил, что в поединке побеждает в серии буллитов троица. И догоняет в турнирной таблице по итогам сезона.